С вами Николай Пименко в проекте «Дата». Сегодня 3 июня. Всемирный день велосипеда. Инициатором стал социолог Лешек Сибильский. Юношей он входил в национальную сборную Польши по велоспорту. Поэтому неудивительно, что именно он стал популяризатором велосипеда и учредителем этого праздника. С авторами документа выступили 56 стран мира. В конце концов, Генассамблея ООН, подтверждая уникальность, древнюю историю и многофункциональность велосипеда, поддержала эту идею во всемирном масштабе. У родившихся в этот день в 1761 году родился Генри Шрапнель, английский изобретатель, который придумал артиллерийский снаряд с картечными пулями. Создание снаряда с большим количеством поражающих элементов кардинально изменил сам способ ведения войны. Как мушкет упразднил многовековое доминирование кавалерии, так и шрапнель превратила артиллерию в главную силу на поле боя, обеспечив ей способность поражать скопление живой силы противника на значительных расстояниях. Генри Шрапнеля за его изобретение прозвали потом «убийцей пехоты». 1843 год. Рождается Климент Тимирязев, естествоиспытатель, один из первых ученых с мировым именем, который поддержал советскую власть. Тимирязев стал прототипом профессора Полежаева, героя фильма «Депутат Балтики». Его именем были названы сельскохозяйственная академия, станция московского метрополитена. Во многих городах установлены памятники, прежде всего ученому. 1864 год. День рождения Рэнса Эли Олдс, американского изобретателя и автопроизводителя. Он создает первый коммерчески успешный американский автомобиль, который назывался Oldsmobile, мощностью в 3 лошадиных силы и первым применяет прогрессивную систему сборки автомобилей. В 1904 году, трудно себе представить, но удалось продать целых 5000 его автомобилей. 1885 год. В этот мир приходит Яков Свердлов, председатель в ЦИК. Его называли «дьяволом большевиков». Он обладал богатырским здоровьем и феноменальными организаторскими способностями, но умер в 33 года от гриппа, так и не увидев итогов своей работы. В 1950 году рождается Сьюзи Куатро, американская рок-певица. Ее образ, как облаченный в кожаную куртку рок-дивы с бас-гитарой наперевес, стал примером для подражания со стороны других рок-исполнительниц. 1977 год. День рождения российского актера театра и кино Петра Красилова. В 1982 году появилась на свет российская легкоатлетка Елена Исимбаева, двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом. В 1985 году Юлия Барановская, российская телеведущая. Ну а теперь о некоторых событиях дня. В 1737 году в Москве произошел сильный пожар, который погубил в один день 50 церквей и 2500 домов. За год до того Первопрестольная также пережила сильный пожар. На этот раз несколько человек, обвиненных в поджогах, были подвергнуты жестокой воспитательной казни. Их сожгли живьем принародно. И это не стало единичным случаем. Виновных в поджогах наказывали таким же образом по всей России. А в 1740 году эти меры были дополнены указом, согласно которому смертная казнь грозила всем, кто, хотя сам и не участвовал в поджогах, но заведомо продавал вещи, украденные с пожара. 1785 год. В Лондоне испытывается первый парашют, изобретенный Франсуа Бланшаром. Первой парашютисткой становится кошка, которую скидывают с воздушного шара на 300-метровой высоте. Животное приземляется благополучно. 1927 год. В Москве начинается снос Красных ворот, история которых берет начало с торжеств, посвященных Полтавской победе. 8 золоченых статуй символизировали мужество, верность, изобилие, бодрствие, экономию, постоянство, Меркурия и милость. Над ними возвышалась статуя, трубящая в золотую трубу славы. 3 июня 1970 года индийский биолог Хар Гобинд Курана, работавший в США, объявил о синтезе первого искусственного гена в живой клетке. Генетик синтезировал участок молекулы ДНК пекарских дрожжей. Ген состоял из 77 пар нуклеотидов, последовательность которых к тому моменту была уже известна.
В 1973-м на авиавыставке в Ле-Бурже разбивается советский сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144. Погибают 6 членов экипажа, 7 жителей городка Гусинвиль и еще 28 человек получают ранения. Оглушив зрителей грохотом работающих на форсаже двигателей, экипаж Ту выполнил очень эффектный взлет и перевел самолет в крутой набор высоты. В это время в небе находился французский разведчик «Мираж», который замерял характеристики самолета. К сожалению, французский летчик не знал о поразительной скороподъемности Ту-144, и когда тот резко пошел вверх, оказался прямо перед носом многотонного лайнера. 1989 год. В 23 часа 10 минут под Уфой из-за утечки газа из магистрального продуктопровода происходит взрыв газового облака в момент прохождения встречных пассажирских поездов Новосибирск-Адлер и Адлер-Новосибирск. Как будто жизнь подстроила. В огне погибает 575 человек, 623 получают тяжелейшие ранения. И последнее. 1875 год. Американский изобретатель Александр Белл вместе с помощником Томасом Уотсоном использует две мембраны для управления электромагнитами, что позволяет передать звуковые сигналы на расстояние. Но качество воспроизводимого сигнала не позволяет еще передать человеческую речь. В феврале следующего года он подаст заявку, чтобы запатентовать изобретение, и в марте получит патент на свой аппарат. Его можно назвать первым телефоном, но потребуется еще несколько лет на создание микрофона и передатчика, прежде чем телефонная связь станет вполне удовлетворительной. А сегодня есть ощущение, что телефон растворяется в нашем времени, а когда-то это была настоящая сказка. С вами был Николай Пименко в проекте «Дата».